Всем привет, ребят! Ну что, у нас сегодня очередной тест, очередной имбы, который я вам сейчас покажу. Это будет вот такая вот сердцеедка, но только не такая. А почему я решил на нее поставить новую чарку SO и сделать из нее имбу? Вы сейчас это узнаете. Герой сам по себе наносит дофига урона, когда активируется, забирает энергию, отхиливает себя. Также имеет иммунитет к стану, к страху, увеличенный урон. Также режет атаку на 35%. Что еще хотеть, да? Так, у нас тут сборочка на архе. Мы сейчас ее сделаем более интересной. Обалденнейшего и танка, и хиллера. Вы сейчас увидите, что такое означает. Просто топовая чара. На вроде как бы, ну, таком средненьком герое. Смотрите, делаем вот так вот. Раз. А с вас сразу же лайки. Так, делаем. Делаем, ребятушки, интересную вещь. Делаем вот так вот. И здесь угадайте, что мы поставим. Мы поставим исцеление. Исцеление можно многим героям поставить. Я этого вам не стал показывать. И заходим вот сюда. Так, ремки. Ремок у меня хватает. Ставим сюда СО. Я ремку уберу. Оп! Понеслась. И ставим ангела. Итого. Мы имеем свыше ляма 10к атаки, свыше ляма жизни. Все дела. Плюс 40% здесь. А теперь поехали. Посмотрите, что это у нас будет. Это будет просто жесть, ребят. Но это не точно. Смотрим. Главное, чтобы мы зарядились. А теперь понеслась. Вуаля. И что мы имеем? А мы имеем то, что Фрейя нас пробивает на фигню. Не, бьет все-таки 29. Давай, включайся. А мы отхиливаем себе. И мы отхиливаем от Фрейи. Как видите, мы Фрейю вот бьем. По 36к от Фрейи отхиливаем. Мне вот интересно, затащит Фрейю или нет? Ну, Фрейя, по сути, не пробивает. 24к у Фрейи урон, 32. Но мы покруче все-таки дамажим. Так, у нас там большинство снарядов идет на Некроса. Но Фрейя не убивает уже. Вот вам, ребятушки, очередной герой, который будет реально крутой. Так, ладно. Но Фрейе тест не интересен, потому что у нее ограничения. А у нас, ребят, обалденнейший отхил. Сейчас вы это увидите. Так, недомогание пошло. Давай уже. Давай, хилься. А по 1000, видите? Видите, насколько недомогание режет? Запарило оно уже меня. Вот не дадут сделать какую-то имбу. Вечно чем-то подосрут. Ничего страшного. Let's go. Чё, как вам? Как вам отхил? Ребят, посмотрите. Да что это такое-то, а? Давай тащи уже. Что это было? Она ушла в инвиз. Так, ладно. Я вас понял. Убираем исцеление. По сути, должно было быть классно, но мы сделаем. Лучше вот так вот. Исцеление исцелением, ну, мы сделаем так. Я думаю, тот же самый эффект будет, по сути. Но будет больше дефа, плюс больше атаки.
Так, ну стрелок это, конечно, прикольно, но не надо стрелка. 4. Вот так вот, ребят, делаются топовые обзоры, когда ты делаешь имбу, она не тащит. Так, хватит уже, давай их унижай. О, супер! Посмотрите, какой обалденнейший отхил. 50-60. Так, ладно. Поехали дальше. Ничто не предвещало беды. Ну, 500 отхила, это, конечно, круто. Но видите, мы никого не дамажим, серьезно. В этом и вся проблема. Юниты по 500 жизней имеют. Или даже меньше, там, 500. То чувство, когда твой герой просто решил отдохнуть. Блин, он нравится мне космос воодушками. Я не понимаю, конечно, зачем их ребята ставят. Деф. Ну давай, давай, давай уже тащи. У нее отхил, конечно, зависит от того, как она будет попадать, сколько будет дамажить, как видите. Вот, а теперь пошел топовый отхил по героям. Давай, тащи уже. Вот говоришь и тащи. Вот началось, наконец-то. А вот теперь вот посмотрите, что вы на это скажете. Напишите в комментах, что вы думаете. Как по мне, это топчик просто. Особенно, когда сейчас она уйдет в инвиз. 500. Смотрите, что она делает. Но нету урона, блин. Вот бьет она по этой Фрейе. Давай сливай их уже. Вот я вам скажу, многие напишут по-любому в комментах, что херня сборка. А сборка-то реально топовая. А почему? А потому что эти герои ее не так могут убить просто. Вот не могут и они ее убить. Она тащит. Вот это называется герой тащит. Он хоть и сливается, но, блин, ну тащит. 88% и не сдается. Просто не сдается. Посмотрите внимательно на отхил от смотрителя, от всего. Что там, мы уже шатанули кого-то? Анубиса отправили спадки. Ну давай. Тащи. Вот посмотрите на это. Вот что вы скажете? Что фигня сборка? Я скажу нет. Сборка реально обалденная. Хоть она и не убила, но они ее тоже не слили. Ну, я думаю, мы бы слили Огника тоже. Так. Космо. Let's go. Да зачем здесь стрелок, блин? Ну запарили, ну что вы мне все видосы портите? Поехали на другие. А, нету стана, можно бегать на подземке. Поехали на подземке. Да. Зашел я удачно. Так, кошмарки. Давайте попробуем. Кстати, вот интересно попробовать на 6-й кошмарке. Let's go! Тащит? Тащит. Демоны с автопроком, говорите? Пока не видел. Пока вижу, что мы тащим. Мы разряжаем обстановочку. Разряжаем, я сказал.
Вот, пожалуйста, вот она золотая середина. Посмотрите, как было все чудесно. Я надеюсь, это вырежу, не забуду. А, такс. Ну, кому надо сейчас 6-я, 6-10? Нормальные пацаны уже до 8-й дошли. Вот здесь, кстати, интересно будет посмотреть. А урон, я вам скажу, довольно-таки неплохой. Под лям. Под лям плюшечки вылетают. Лям 200. Это при том, что у нас не атакующая сборка. А вот здесь посмотрите внимательно на отхилы. Насколько обалденный отхил получается. Просто песня. Мне интересно, когда она до Ронина дойдет, что там будет. Кайф. Вот тут она себя покажет во всей красоте. Блин, классно бьет. И отхил здесь, ребят, кстати, будет обалденным. Потому что здесь нету ограничений, и герои реально жирные. Вот так вот. 26%. Ну, конечно, наверное, скорее всего, мы не успеем. Пройти всю подземку. Но это нереально круто. Блин, крутая девочка. 36%. Натащили мы на себя. А нам пофиг, ребят, а нам пофиг, у нас топовый деф, у нас топовый отхил. Единственное, что нас может остановить, это если у нас заберут энергию. А фигушки вы ее заберете, вы быстрее заряжаете меня. Тащи, я сказал, тащи. Супер. Вот что вы на это скажете? Вот скажите, что это не имба, это самая настоящая имба, которая реально тащит. Блин, конечно, нам времени тут, к сожалению, не хватит все затащить. Как видите, она долго задерживается на них. Ну, блин, это нечто. И 51%. Как по мне, обалденно. Понятно, что без доната такую сборку не скоро сделают, и вряд ли они будут ее делать. Она нафиг нужна, но она имеет право на жизнь. То есть она пройдет, ну, если мы кинули там тыковку на ускорение, мы можем, кстати, это сделать. Давайте попробуем ради интереса. Интересно же, интересно. Давайте вместо стрелка поставим тыку. Конечно, тыкву, наверное, у нас тут сейчас разнесут. Я больше чем уверен в этом. Хотя она у нас и 30-й прорыв. Но видите, что с нее сделали. Ее просто унизили сейчас. Для нее нужна магия. Магия для нее нужна, я сказал. А нет, охрень. А вот сейчас мы возьмем магию. И просто на изи затащим. Наверное. Но это не точно. Нет, должны по идее затащить. Вот я думаю, тут первоначально, если мы сейчас разгон получим, по идее... А, я немножко не там. Воу, 35%. Ну чё, как думаете, затащит? Я думаю, затащит. 45%.
То есть дальше мы пройдем по-любому намного быстрее. Вот вам, пожалуйста. Интересно, конечно, будет сейчас посмотреть на нее. Можно сделать атакующую сборку, но она будет тоже классная и все, но она не будет вот так вот выдерживать. Все-таки СО есть СО. Ладно. Давайте еще ради интереса сделаем один тестик. Многие не могут пройти 7-9. Я знаю даже почему. Но мы попробуем это сделать. Ух ты, сколько нам там дамага прилетает. Но нам пофиг, у нас топовый отхил по 300к, ребят. Это как минимум 200. Так, а тут нас заблочили, это подстава была. Пофиг. Активируемся. Е-байби. Посмотрите, ну, что тут еще сказать? Просто она слилась, и все. Это тоже надо вырезать. Ладно. Пофанились. Поехали. Ставим ремочку. И идем получать люлей. А, я обновилась. Обидно. Супер. Просто топчик, ребят. Так, Рину. Тут сейчас, кстати, она должна нормально их пораздавать. Отлично, посмотрите, что делает. Что за подстава? Как так? Давайте еще разок. О, вот это поярче уже будет. Вот оно. Ну что, Фрея? Сейчас мы тебе покажем, что папка здесь. Так, одного минуснули. Пофиг, даже отражалка на этом, пофиг. Ну что вы на это скажете? Как вам? Как вам такая девочка? Ну, тут, понятно, урона не так уж и много, но все равно приятный урон. По 100к выбивает 300 даже. Вообще топчик. Так, вот это интересно. Нет, тут, я думаю, мы тоже сейчас их на раз-два. Как-то очень быстро. Ну да, у меня вкачана вторая эволюция. Так, к сожалению, тут не то. А вот тут сейчас будет то. Вот это мне самое больше всего интересно. Конечно, у нас тут противники. Не знаю, с какой десятки. Но я думаю, все равно будет интересно посмотреть. Так, Роза, которая бьет процентуально. А у нас дамаг против нас Фрея. Но у нас нам пофиг. Ребят, посмотрите. Как по мне, вполне достойно. Я сколько тестировал разные сборки, они сливались, а тут... Ух ты, мохнатка! Вот это интересно, кстати. Мохнатка против. Блин, а мохнатка не даст зарядиться нам. Вот она, имба, ребятушки. Которая шатанет ее. Во-во-во-во-во! Все, мохнаточка, до свидания. Видите, только включается все. Просто пулемет. Бедный охник.
Давайте тут попробуем. Тут должны нас чпокнуть. Тут, конечно, жестко все. Тан-тан-тан. Да, тут сейчас энергию заберут и нас убьют. Но мы сопротивляемся. Тащим, я сказал. Красава. Посмотрите, что делает. Вот это да. Вот это героище. Это просто топчик. Это вышка. Это бомба. Секси герл. Герл секси. Держится. Отлично. Ой-ой-ой-ой-ой. Чуть-чуть нам, чуть-чуть не хватает. Блин, жестко. Обалдеть. Практически, практически слили. Ну там понятно, там с выживанием, по-моему. Тихо, ша, это что было? Вы чё, нифига себе. Жесть. Слился. Надутая сила, ватник, короче. Эх. Не, нормально. Мне герой, честно говоря, зашел. Надо будет еще раскрыть потенциал, потестить с разными эмблемками. И я думаю... Эта сборка, это герой соло бьется. Будет тащить. По крайней мере, для подземок мне уже нравится. На PvP локациях в пачке просто супер. Будет отхил дополнительный. Она реально будет тащить. Что это такое? Че вы стоите? Кого вы ждете? Красавчики. Ну давай еще некроса. Надо ушатать. Опять стрелок. Вот опять та же самая тема. Если нам сейчас не дадут зарядиться, это все. Это попка. Ну. Чуть-чуть не хватило. Короче, ладно. Дадим ему победу. Пусть порадуется. Вот такой вот герой, ребят. Пишите в комментах, что вы думаете. Лайки, репостики, участвуйте в конкурсах. Всем удачи, всем пока.